Вы только посмотрите на это довольное лицо Эми. Неужели она не понимает, что ждет ее дальше? Однако здравствуйте, мои дорогие друзья, и добро пожаловать! Это Sims 4 100 детей! Ура! Ура, мы с вами вернулись. Точнее, я сделала перерывчик буквально 5 минут после первой серии, ну, предыдущей, в смысле, серии, и решила, что надо еще поиграть, надо еще посмотреть, что у нас тут интересненького. Ребятки, мы с вами можем к соседям заглянуть. Соседи, вы читеры! У вас летающий левитирующий дом. Так, а в окна нельзя к ним позаглядывать, не? Ребят, у них у всех окна нарисованы. А я вот уже... Ух ты, у них даже дымок идет. Ладно, ребятки, возвращаемся. Итак, в прошлой серии наша Лесли повзрослела. И, насколько я помню, она не просто повзрослела, но у нас даже очень симпатичненькая такая вот девочка получилась. Я хочу ее переодеть, потому что, ну, хочется, чтобы она у нас как-то вот, ну, симпатичной была, что ли. А наша Эми... Наша Эми беременна. Ребята, она беременна. Это, конечно, временно, но она все равно беременна. И нам желательно еще пойти пописать. Нам желательно пойти пописать. Книгу определенного жанра. Давай короткую историю. Так, давай-ка. Кэролайн. Слушайте, они про этого Райана мне все пишут. Я, по-моему, уже догадываюсь, кто будет моим следующим возлюбленным. Так, поехали. Поехали. Поехали, поехали, посмотрим. Так, выдуманные истории. Прекрасное, прекрасное название для прекрасной книги. Так, а ты, моя деточка, уже скоро проснешься, я так понимаю. А, малыши. Показать обучение. Ребята, сколько мы уже с вами серии наиграли с малышами? Наверное, уже больше года точно мы наиграли. Мы, я думаю, что уже эксперты в малышах. Так, тебе нужно срочно в туалет. Хорошо. Так, я смотрю, что ты и спать хочешь, и в туалет хочешь. Я даже не знаю, что победит. Туалет или сон? Сон или туалет? По-моему, ей в туалет хочется больше. Ну вот, я же говорила. Так, теперь у нее все в порядке. Я думаю, что писать... Продолжи писать выдуманные истории. Может быть, мы с вами успеем, и у нас будет больше денежек. Так, Лесли, ты все еще спишь. Хорошо. Лесли все еще спит, это просто прекрасно. Пожалуйста, дорисуй. Ой, допиши, дорисуй. Такс. Ты же вроде короткую историю пишешь. А получается, что она такая уже короткая. Давай, дорогая, давай, давай, давай. Сейчас мы с тобой быстренько все сделаем. Ну. Родная моя, ты сможешь. Блин, не хочет. Ну ладно. Бог с тобой, ложись спать. Ребята, она закончила. Закончила, закончила. Так, топаем. А, давай продавай права. Выдуманные истории. Сейчас мы тебя отправим спать, не переживай. Не залипай только здесь. Так, я понимаю, что наша дочка сейчас проснется. Если она про... О, она голодная, ребята, сейчас будет... истерика. В смысле, истерика. Так, ну придется банумином сейчас тебе подать, дорогая моя. Потому что больше кушать нет. Ну, остальное мне... Я даже не знаю, можно ли тебе банми. Так, давай, дорогая, будем тобой заниматься. Просыпайся. Прости меня, пожалуйста, что я тебя раньше подорвала. Так, что такое? Разрушить кукольный домик? А может, не надо? Может, у тебя все будет в порядке? Так, давай, вот классно, что у нас тут есть дырка. То есть, знаете, мы между двумя этажами очень легко перемещаемся. О, вкусно, да? Мама вкусно приготовила. Я тоже думаю, что очень вкусно. Так, я хочу, чтобы наш ребенок, в принципе, более-менее занимался... Смотри видеоролики. Чтобы она у нас более-менее развивалась. Такс. Если очень голодна. Мы знаем, что ты очень голодна. А что у тебя по... 7 дней? Слушай, а ты недолго как-то растешь? Что-то мне подсказывает, что как-то долговато. Так, тарелочку нам нужно вот сюда, Лесли. Вот сюда, и нам это даст целых 20 миллионов. Так, смотри, пожалуйста, ролики. Ты же у нас в ролики смотришь? Навык общения ты получила. Ты у нас пока дрыхнешь. Эми у нас спит. Эми у нас отдыхает. А мы хотели Лесли поменять, я помню. Я помню, что мы хотели Лесли поменять. Так, а ну-ка покажись. Рожать. Такс. Потрясающая вечеринка. Ну, ребят, давайте сходим. А чё, древние развалины? Может быть. Ребята, помните, что там у нас, по-моему, должен быть бармен. А если у нас там должен быть бармен, то мы там должны встретить нашего вот этого Райана, по-моему, или как его там зовут. А если мы встретим Райана, то с ним можно пофлиртовать. К сожалению, пока мы с вами беременны и новых детей мы завести не можем. Но если у нас сейчас опять рождается один ребенок, то я думаю, что мы как раз с Райаном очень да... Все беременны! Слушай, а ты уже родила? Ты уже успела родить. О, ребята, ты беременна. Ребят, я не знаю, я вам говорила в прошлой серии, что какой-то глюк с модами, но так как я сейчас... Это ты?
Эдвард Фокс. Ребята, давайте посмотрим на Эдварда Фокса. Слушайте, а ты какой взрослый? Молодой. Что у него седина? Ну, может быть, это для красоты. Так вот, я говорила, что у меня глюк какой-то с модами. Поэтому, к сожалению, эту серию мне тоже я записываю сразу же после предыдущей, но не переживайте, с модами я разберусь. Я очень надеюсь, что я с ними разберусь. Привет, чувак. Я хочу заказать у тебя сосиски с соусом карри. Дай мне, пожалуйста, сосисочки. Блин, у нас, ребята, столько детей теперь будет. Надо посмотреть, что у нас, кстати. Так, это от кого? Это чье? Подождите, у Джастина еще трое детей? Тимати, Брайан и Дилан. От кого, ребята? Я думала, я чуть не испугалась, думаю, от кого дети. Так, а у тебя есть какие-то дети? Ребята, от кого? Тецу и Кена? Ребят, что-то я запуталась. Так, у нас кто? Кристина умерла. Да. Зак, подождите, Кристина, так, понятно. Эмма, пока что у нас только трое умерло. Так, у Шона есть дети? Ребята, у Шона есть дети. Я хоть хочу вам хоть пока. Ричард Бер и Грейс Бер. Ребят, от кого? От Кэнди! У него дети! Когда это произошло? А мы не знаем, кстати, кто у нее. Подождите, я просто хочу вам показать. Вы часто спрашиваете в комментариях. Вообще про наше семейное древо. Так, ну. Алекс Парик, понятно. Это просто ваши сводные. Детей у вас пока нет. Я так прощелкаю. Это кто? Йосида? Понятно. Диего Лобо. Обалдеть, ребят. Вот это у нас, к сожалению, никого себе Кевин не завел. Так, этих смотрели. Вот у этой от кого ребенок? Изабелла Аллен. От Джареда Лето? Марика Лилета? Ребята, это он или она? Тренер. Геннадий Судзу. Ребята, я уже за... Подождите, то есть у нее дети... Подождите, это кто? Стоп, я что-то запуталась. У них тут у всех дети. У Марджи и Джареда Лето дети. Я вообще в шоке. В шоке полнейшем, друзья мои. Я думаю, что... Так, и у него дети. От Кэнди Бэр. Так, а у вас вот, я так понимаю, что никого не было, да? К сожалению. Так, все. Все, ребят, я запуталась в этом древе. Это просто пипец. Так, кушай. Кушай, пожалуйста. Вообще интересно было бы как-нибудь вспомнить нашу историю. Что у нас тут вообще было интересного? Я, может быть, кстати, ребят, а ну-ка напишите в комментариях, хотите ли вы ролик? Ты кто? Джейд Роза уже... О, ребята, у нас тут призраки собрались. А ты кто? Ева Капричоза. Если вы хотите, мы можем с вами как-нибудь... Я постараюсь для вас смонтировать ролик о нашем первом поколении. То есть, по сути, о наших первых детишках. У нас, как вы знаете, Амелия 17-я. Мы могли бы вспомнить, кто же у нас тут еще был. Так, бежит наша Марш. Марш, получается, уже родила. Ну, все родили, да, вместе с нами. А у нас, правда, сейчас будет второй ребенок. Так, в туалет. Ну, сюда тебе придется удобрить. Так, ты вообще симпатичный парень. Блин, ребят, ну вот это, конечно, круто. Бегом побежали удобрять. У нас нет выхода. Побежали, побежали. Блин, друзья мои. Это, конечно, у нас история очень интересная получается. Так, чувак, ну я хочу с тобой дружелюбно как-то... Так, а нам нужно что, вечеринка с танцами. Дадим совет по воспитанию, будем сейчас всем советы давать. У нас это, знаете, самая любимая тема. Такс. Забавную историю расскажем. Все, мы в туалет сходили. Так. Давай-ка мы тебе искренний комплимент сделаем. Я надеюсь, что к нам сейчас никто не подвалит. Расскажем тебе анекдот из серии «Кто там?». Нам нужно и этот самый, и наш юмор поднимать. Искренний комплимент. Ну, вообще, знаете, если так посмотреть... Так, у нас тут... А это кто? Доминик Фирс? Ребята, у нас тут прям вечер призраков. Блин, будет очень интересно посмотреть вот через поколение, через два поколения, как у нас это будет выглядеть, какие у нас будут персонажи здесь. Шон пришел. Шон, а где твоя Кэнди? А ты кто? Трэвис. Ребят, Паула Рока умер. Ребята, Паула Рока тоже умер.
Мамочки, все поумирали. Но получается, все зеленые, то есть они у нас, получается, естественной смертью. А ты кто? Маркус Флекс. А ты кто? А я, это Ян. Она я. Офигеть. Обсудим интерес, ты кто? Уильям Спирс. Уильям. А ты разве не старый уже? Нет, молодой. Мне кажется, Уильям у нас старый. Кто у нас тут еще есть? Мимси? А кто такая Мимси? Ребят, я Мимси, по-моему, никогда не видела. А это, по-моему, из этого, из замка какие-то персонажи. Ты кто? Оксана Ананд. Прекрасно, ребят. Прекрасно. У нас тут целая туса с призраками, посмотрите. Ладно, пошли потанцуем. Так, давайте танцевать вместе. То есть Кэнди у нас вместе с этим самым. Вместе с Шоном. Ну, у Шона вкус, как я понимаю, неплохой. О, ребята, посмотрите. Адам и Кеда. Подождите, 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 подождите. А у него еще детей нет? Какой Адам и Кеда? Ребята, у Адама вместе с Тецу и Кедой есть дети. У них есть ребенок. Алекс Парик. Подождите, Парик? А, Парик Х. И у них есть дочь. То есть у нас Алекс еще появится. Офигеть. Ребят, у нас тут такое просто невероятное, что получается. Можно другую музыку, пожалуйста? Так, давай попросим тебя попросить жанр. Так, поиграй ремиксы нам. Так, все, хватит танцевать, ты же беременная. Ты нас тут сейчас тут натанцуешь. У нас тут просто, ребят, вы посмотрите, у нас скоро город призраков будет. Давай, меняй этот самый. А с тобой мы должны пообщаться. Дружелюбно, давай искренний комплимент сделаем. Ты вообще красавчик, ты классно тут всякие штуковины делаешь. Будем тебя комплиментить, со всех сил сейчас будем тебя комплиментить. Так, еще комплимент. Чувак, давай. Офигеть. Так, а кто у нас тут пришел? Ребят, Крис Хемсворт пришел. Все, ты меня больше всех интересуешь. Так, может быть, мы с тобой сейчас? Стоп, а как у тебя по отношениям? Взрослый. Блин, давай узнаем, как твой день прошел. Все, чувак, ты мне уже не интересен. Я хочу с Крисом пообщаться. Крис? Ну как же нам с Хемсвортом-то не пообщаться-то? Поднимем тебе настроение. Поднимем еще настроение. Еще поднимем. И расскажем про последнюю игру, поговорим. Узнаем тебя получше. И обсудим мир во всем мире. Искренний комплимент. Подискутируем о тех самых вампирах. Поцеловать руку, я думаю, что рановато. Обаяние, третий уровень, всего лишь. Искренний комплимент. Я хочу с ним хорошие отношения заполучить. Так. Ребят, повышаем, повышаем, посмотрите. Медленно, но давай забавную историю расскажем. Поделимся фотками. Смотри, чувак, тебе понравится. Посплетничаем, пошутим о моде. Такс. Про политиков тебе расскажем анекдотиц. Поговорим об искусстве. Так, поделимся еще фотками. Ребят, у нас уже плохо с настроением. А мне нужно как-то... Я даже не знаю, что с тобой делать. Я хочу с тобой полежать, посмотреть на звезды. Так, понятно. Это все с тобой ясно. Страхи, страхи, шмахи. О, на звезды. Я, честно говоря, думала, что уже посветлело. Блин, посмотрите, у нас тут тусовка призраков. А мы тут ляжем. А нам-то что? Нам и тут хорошо. Нам, кстати, скоро рожать. О, сияние звезд. Скоро уже рожать, ребят. Это же вообще капец. Так, поговорим о кулинарии. И сфотографируемся вместе. Я же должна со знаменитостью сфотографироваться. Так, у нас отношения... Ребята, голые... О, Тоби Гринфилд. Ребята, откуда у нас тут голые персонажи? Обалдеть. Слушайте, давайте его поприветствуем. Давай мы тебе смешно представимся, чувак. Привет. No. Теперь мы грязные, ребят. 5000 щита? Подождите, 5 штук у нас? Я боюсь, что мы теперь только, ребят, с вами картины будем рисовать. А ты кто такой? Ты кто? Блейз Уокер? Ребята, откуда у нас такие персонажи интересные? Привет, Блейз. Ребят, топаем домой бегом, пока мы все не испортили. Так, а ты, пожалуйста, о себе заботься. Все, побежали.
Ребят, ну это просто. Посмотрите, какая она супер туса собралась. У нас розовый перс. Мимси была роза. А что они вдруг порозовели? Они же должны были быть зелеными, нет? Мэри! Ребята, Мэри пришла на вечеринку! Мэри пришла! С тобой вообще, мадемуазель. Пенни Пизос. Полный Пизос. Ты что, как-то странно себя ведешь? Я вообще хочу посмотреть, кто тут. Паула Рокко. Маркус. Нам надо сваливать. У нас тут позорище. Мы опозорились немножечко. О, да, ребята, это капец, конечно, какой. Во-первых, мы посмотрели, сколько у нас новых детей, которых мы вообще никогда не знали. Оказывается, у нас у Шона и у Кэнди дети. У нас там столько детей. У нас от Джареда Лето дети есть. У нас тут голые мужчины бегают. Ребята, вы мне расскажите, что не так с нашими Симами? Нет, я знаю, ответ будет абсолютно логичный. Во все дело в модах. Так, быстро прими душ. Быстро прими душ. Лесли? Лесли, ты голодный, я вижу. У тебя горшка, кстати, нет. Почему-то. Так, а ну-ка открыть. Тиц. Тиц, тиц, тиц. Иди сюда и возьми порцию. Мы сейчас тебе должны будем горшочек поставить. Так-с. Ребят, ну у нас скоро дети. У нас дети родятся. Давайте сразу продадим замок, потому что нам просто уже некуда будет. Так, ну тут поставим тебя. Что-то у нас появилось новое интересное или нет? Да я что-то не вижу. Слушайте, давайте все продавать. Я просто боюсь, что нам нужно все продать. У нас, видите, какие счета? Сумасшедшие просто. Так, ну две груши точно продаем. Мы, по-моему, уже все использовали, что можно было. Так, тебя продадим. Ширму точно продадим. Тебя продадим. Торшер, я помню, я не буду продавать, ребят, торшер. Торшер мы с вами когда-то купили на барахолке. Мне будет просто жалко. Я надеюсь, что это тот торшер. Это мы все, ребят, продаем. Тележки. Все придется слить. Так, ведро VIP. Че, ведро пусть стоит здесь? Давайте здесь пусть стоит. Так, тебя тоже продадим. А сколько вы стоите? 100. 3100 у нас будет? Ну, пока не будем, ладно. У нас тарелки будут на этот черный день. Продаем. О, картин у нас полно. Блин, 5000 симолеонов, вы представляете? Так, это мне тоже не надо. Вот это продаем. Школьный проект, нам спасибо, было приятно. Так, продаем. Продаем. Все. Школьный проект за 80. Главное, не собранный у нас стоит дешевле. Точнее, дороже, чем собранный. Так, лампочку продадим. Бумажку тоже продадим. Ох, ребята, плохо дело у нас. Я хочу здесь повесить, во-первых, вот такую шарики и плакат. Пусть у нас тут шарики висят. А сколько вы стоите? 150. Ну, можно было бы и продать. Учитывая, какая у нас финансовая тяжелая ситуация. Так. Ну все. Кушай, пожалуйста. У тебя планшет, кстати, в руках, я смотрю. Помощь с горшком. Опозорилась, да, дорогая? Ну, что поделать-то? Ну, не плачь, я тебя прошу, тебя рожать скоро еще. Так-с. Все, поела, молодчинка. А у тебя, кстати, уже все, я смотрю, в порядке. Тебе уже и в туалет не надо, никуда не надо. Ты, правда, по-моему, немножко вонючка, но ничего страшного. Ну, скоро станешь немножко вонючкой. Так, у тебя есть планшет, давай-ка сегодня ты у нас порисуй с ламой. Не надо просить, еду, ты уже наелась. Все, слава богу, Эми легла спать. Так, ну что, планшетик это интересно, планшетик это здорово. Потом попросишь еду, если надо будет. Я смотрю, да, я вам говорила, что мы с вами воспользовались, скорее всего, нашим подгузником. И все очень печально. Так, вставай. Кто звонит? Эдвард Фокс? То есть мы... Подождите, Эдвард Фокс это был, по-моему, прошлый, да? Мы и Крис Хемсворт теперь друзья. Я думаю, что мы будем с ним не только друзьями, если вы понимаете, о чем я. Так-с. А ты у нас хочешь кушать? Что-то грустное. Общения мало, да? А, ты грязная. Я думаю, что мы сейчас должны искупать нашу девочку. Стоп. Дух по имени Приша. Чего? Подождите, ребят. Что такое? Что связь с реальным миром ослабевает с каждым днем? Тра-та-та, чтобы совершенно о ней не забыть, посещать ее могилу, пытаться тра-та-та, призывать... Ребята, это что за глюк какой-то?
Я вам хочу честно сказать, что я уже в прошлой серии говорила, я эту серию записываю до выхода, ну, очередных каталогов и наборов и этих всех штук. Я не знаю, может, какое-то обновление, в принципе, нам вот это все привнесло. Я вам, честно говоря, не скажу. Так, просыпайся, пожалуйста, дорогая. Тебе нужно искупать свою девочку. Давай, ты в ванне с пеной. Просыпайся, дорогая моя. Тебе вообще рожать скоро. 600 неплохо. К нему в гости. Я не могу к тебе в гости сейчас отправиться. Прости, пожалуйста. 600, ребят. Купать в ванне с пеной. Ну, 600 неплохо, но маловато. Побежали. Побежали купаться. О, слушайте, а если бы тут даже стенок не было, он, конечно, смотрится очень круто. Такс. Купаемся, Лесли. И пойдешь дальше играть с планшетиком. Рисуй с ламой. Будешь себе повышать все навыки, а ты давай, мамаша, в туалет. Мамаша, я сказала, в туалет. О, ребят, у нас тут грязно. Давай-ка, может быть, забрось стиралку. Положи в стиральную машину. Тут запачкала ты все. Просто капец. Взять белье и убрать, давай. Все, супер. А, поешь, пожалуйста. Надо тебе покушать. Опять ты свои яйца ешь. Такс. Нам нужно сейчас счета платить, я думаю. Такс. И взять почту. Такс. Маркус ослабевает. Ребята, это капец какой-то. Они у нас все ослабевают. Мы можем какую-то книгу дописать или нам написать книгу? Ага, игривая книжка. Ну давай игривую напиши. Давай, давай, дорогая. Будем пока писать. Хотя нам скоро рожать. Прелести салочек. Прелести салочек. Офигеть, ребят. Я такого не помню, серьезно. Наверное, это какие-то... Джули, ребята, Джули мы скоро потеряем. О. Что такое? Что не так? Чисто же вроде. У тебя чисто, что ты бомбишь? Так, стиралка, наверное, уже постирала или... да, постирать одежду нужно. Я хотела посмотреть все-таки, может, у нас кто-то еще умер сегодня? Так, нет, пока что трое, ребят. Пока что трое, но это все равно. О, нет. Чини, конечно. 5000 нам за дом надо платить, ребят. Это какой-то капец. Так, поднимайся наверх, ляжь спать. О, твоя дочь сердитая. Что-то мне это не очень нравится. Спать будешь ложиться? По-моему, даже спать не хочет уже. Давай-ка. Ребят, у нас тут все про призраков, посмотрите. Тупо все про призраков этих наших. Ложись спать. А ты чего? Ты спать хочешь? Ложись спатки. Давайте все ляжем, отдохнем. Тем более... Такс. К Мэри заглянуть? Мэри, ты призрак, куда к тебе заглянуть? О, шутки и забавы. Что такое? А тебе в туалет нужно. Я думала, ты что, уже рожать отправляешься? Понимаете, я могу вот с этим всеми нашими друзьями случайно пропустить, что... Да что ж такое? Арун, все. Я не пойду сейчас на фестиваль. Ты понимаешь, что я в положении? Мне сейчас не до... Ой, ребята, рожает! Ой, рожает! Слушайте, Арун такой у нас хотел узнать, что будет дальше. Ну, давайте мы сейчас возьмем и родить в больнице. Давайте присоединимся и возьмем с собой Аруна. Арун, я думаю, первый убежит с криками: «Нет, я не хочу в этом участвовать!» Ребята, у нас сейчас новый бейбик будет. Дай бог, чтобы не два и не три. Потому что если их будет два или три, я, наверное, тут сойду с ума. Как вы понимаете. Просто будет очень проблематично, если их будет двое или трое, где мне размещать. Хотя мы можем с вами убрать, в принципе, что мы можем с вами убрать? А ничего мы не можем с вами убрать. Так, где? Кому записываться-то? Арун? Арун убежал, ребят. И чё? Кому записываться-то? Куда все делись? Тебе записываться? Ты же не врач вроде. Слушайте, а что нам делать? По-моему, какой-то глючок, не? Так. Ребят, а как я рожу-то?
А, все, можно уже идти рожать? Эдвард Фокс? Спасибо, что ты мне написал. А где мой врач? Где мой лечащий врач? Мы рожать вообще пойдем? Вот я люблю эти глюки, ребята. Давай рожать-то. Может, это меня вызывают? А кто нас вызовет, если никого нет? Слушайте, зря мы Аруна взяли, зря мы его обидели. Слушайте, ну может, просто сама пусть рожает? Можем, конечно, вернуться домой. Давайте вернемся домой, и если что, конечно, уже дома будем рожать. Хотя как мы будем с вами рожать дома, ребят, если у нас нет колыбелек? Вот это беда. Но сейчас попробуем еще раз в больницу отправиться. Честно говоря, я не представляю, с чем это уже связано, потому что, как вы помните, Лесли мы родили, и все было в порядке. А тут у нас прям какая-то совсем беда-беденька. Так, ну что, подгружаемся, посмотрим сейчас, что мы можем сделать. Стоять. Лесли из детского сада, стой. Родить в больнице. О, вон, ребят, родить в больнице. Присоединиться, никого не будем с собой брать, вообще никого не возьмем. Хотя могли бы толпу наших мужиков взять. Могли бы нашу маму-призрака взять, кстати. Даже интересно будет, если у нас сейчас глюков не будет сильных. Во время рождения следующих детишек мы с вами попробуем, может быть, даже нашу мамочку взять. Так, ну что, посмотрим, что у нас тут сейчас будет. О, пошла уже. О, нас ждет уже. Подождите, Наоки у нас тоже чей-то отец, я помню. Ну что, ребят, сейчас узнаем. Ох, мне страшно. Ну что, один. Ребят, вроде как один. Ну, пока что я, по крайней мере, вижу одну только эту штуковину. Так, ну что? Кто же у нас родится? Кто у нас родится? Кто? Так, это мальчик, ребята! Значит, у нас есть 18-я Лесли, сейчас я ему придумаю какое-нибудь имечко. Я вам хочу сразу сказать, я не все имена помню, которые мы с вами использовали, но пусть он у нас будет Гарри. Гарри 19, получается, это у нас уже 19-й ребенок. Ох, он всего лишь 19-й, ребята. Так, еще, ребята, девочка! Девочка! Давайте девочку мы с вами назовем Зои. Зои, подождите, значит, у нас было 17, 18, 19, 20-й ребенок, ребят, 20-й ребенок, Зои 20, ребята, третий ребенок, третья девочка, о, боже мой, что нам с вами делать? Так, сейчас надо придумать, как бы тебя назвать-то, так, может быть, нам тебя назвать, может быть, тебя назвать, слушайте, мы уже столько имен здесь использовали, давайте мы тебя назовем. Слушайте, ну я уже действительно не знаю, как мы тебя можем назвать. Так, надо придумать. Может быть, просто Кейт? А давайте просто Кейт 21. Так, стоп. Может, у нас и была Кейт. То есть, что это будет в честь там какой-нибудь бабушки, тети, троюродные, четвероюродные? Кейт 21. Все. Ребята, 21 ребенок у нас уже есть из 100. Сколько мы этот челлендж уже проходим? Вы понимаете, что у Аруна и нашей дамочки трое детей? Вы вообще в курсе? Ребят, а куда мы их разместим-то? А где они жить-то будут? Это что, нам дом переделывать? Нет, ну я думаю, что дом мы действительно придется нам немножко его расширять. Это мы сделаем в следующей серии, хотя у нас нет денег. Ну как, у нас есть деньги, но и у нас их мало. Ни на стройки, ни на постройки. Значит, у нас будут просто большие комнаты. Просто мне не очень хочется менять архитектуру нашего дома. Он мне очень нравится. Нам придется, наверное, сейчас заняться рисованием. К сожалению, ребят, картины картинами, но придется рисовать. И много рисовать. Ребят, я не знаю, что делать. I don't know what to do. Do-do-do. Офигеть, ребят. Ну, продаем тогда это все. Давайте в багаж, наверное, отправим. Так-с, детишки. Стоп. Нет, это не надо трогать. Я думаю, что мы вот здесь кроватку поставим. Ну, будет у нас деточка там. А чё так? А чё так? Чё у нас тут не ставится? Что такое? А, у нас тут типа картины мешают. Вот сейчас мешать не должны. Так, давайте-ка вот здесь разместим. И вот тут разместим. Боже, божечки-кошечки, вы что, издеваетесь? Понимаете, какая-то жесть будет у нас. Ребята, трое детей. Трое. Трое. Я не знаю, как мы за ними углядим.
Слушай, а что у тебя уже плохое настроение? О, боже, они все втроем орут. О. Так, ну надо покормить. Давай корми раз. Кормить два. И кормить три. Так, Кейт, Гарри и Зои. Мне жалко нашу дочь. Мне ее реально жалко. Так, ты уже спишь? Хорошо, и ты спишь? А мы с вами пойдем вниз. Будем рисовать. А, давай по фотографии большую. А у тебя как настроение вообще? Ты что творишь? Ах ты, беда какая ходячая. Ну что ж ты делаешь-то? Давай играй. Давай играй в блик-блок. Нет. Мы только картину начали рисовать. О, боже. Детишки, ребятишки нам точно мозги вынесут. Это капец, ребят. Это просто полный капец. Я боюсь, что ты уже ничего рисовать не будешь. Поменяй, пожалуйста, пеленки. Сейчас вот эти все проснутся, смотрите. Смотрите, сейчас точно проснутся. Вот я жду, что вы проснетесь. Нет, понимаете, я сейчас отойду и все. Вот смотрите, это называется закон подлости. Вот я отошла. Я только возьмусь за кисть. Ну, с другой стороны, она у нас сейчас хотя бы не беременная. То есть, как бы... Тут, может быть, нам будет немножко проще. Так, дорогая моя хочет спадки. Давай, Лесли, надо тебе спать. Прости, пожалуйста, но надо тебе выспаться. Так, рисуй, рисуй. И ляжем сейчас тоже от... Оу! Я слышу. Ребята, плохо дело. Давайте кормить будем. Хотя, мне кажется... А, не, ребята, не воняют. Поменять пеленки, поменять пеленки. А чё ты грустная? Спать не дают, да? Низкий уровень бодрости. Ложись спать. Так, давай, 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 дорогая. Тут сейчас тебя твоя дочка просто съест. Все? Все нормально. Все спят. Так, продавай коллекционеру. Ну, по 500 это, конечно, мало, ребят. Нам, наверное, придется что-то продать еще. Я не знаю, где нам взять денежки. Ложись спать. Будем рисовать. Будем рисовать, будем много рисовать. Я даже думаю, что мы с вами наш мольберт переставим. Кто плачет? Знаете, что я, наверное, сделаю? Я бы вот эту стенку вообще повыше бы сделала. Может быть, она как-то нам поможет. Так, высота стен. Давайте максимум. Ну, вот так хотя бы. Ну, я не знаю, даст она нам, конечно, что-то или нет. Так, ну не плачь, пожалуйста, или иначе ты сейчас с мамой будешь спать. А ты можешь с мамой спать? А, только в кроватке для малышей. Ладно. Так, дорогая моя, просыпайся. Прости меня, конечно, но тебе нужно покормить с бутылочки ребенка. Все заорали, вы понимаете? Это какое-то издевательство. По-моему, получше стало, ребят. По-моему, высокая стенка, она просто решает. Побаюкай, поворкуй, покачай. Все? Поласкай. Вы что, издеваетесь, ребят? Вы надо мной, по-моему, просто... Никто же не плачет. Я уже хотела спросить, кто плачет? Так, дорогая моя, что у тебя? Ты очень голодная, я вижу. Придется... Нет, ну не плачьте, пожалуйста. Я уже устала. Так, у нас что? Адобо из свинины. Ну, будешь кушать адобо тогда. Чего сделать-то? Ты голодная. А эта самая Эми вообще не выспалась. Поменяй пеленки. Я только хотела сказать, что Лесли у нас умничка была, не орала. И, ребят, трое детей, это ж. Лесли очень голодная. Я понимаю, Крис. Будет концерт. Хорошо, я с тобой схожу на концерт. Только я возьму порцию сначала. Такс. 566. То, что я вам говорила, все, начинает падать доход. Ну, у нас хотя бы 11 тысяч есть. Так, поешь. И ложись спать. Ну да. А что с тобой не так? А, утихомирить раз. И утихомирить два. Так, Эми, все, я боюсь, что у тебя нет выхода. Тебе надо утихомирить детишек. А что у тебя с настроением? У тебя вообще все в порядке? А, давай-ка ты дальше играй в симформы. Будем наших детей повышать, то есть чтобы у них...
Так. Утихомирить и ложись спать. Все. Я хочу, чтобы Лесли уже подросла. Что с тобой не так? А, ты воняешь. Поменять пеленки. Кто у нас еще воняет? И тебе поменять пеленки. Пятый уровень, ребят. Пятый уровень. А сколько тебе лет, дорогая? Зак? Не хочу я видеться. Хотя, наверное, ребят, лучше мы пошли куда-то. 21 день, ребят. 21 день. Так, я проверяю. Пока что у нас вроде никто новый не умер. Трое детей. Джастин, подождите, а у Джастина у нас получается Тимати от кого? От пари Чохан? Чохан или Чохан? То есть он у нас уже успел жениться, что ли? Обалдеть. Обалдеть, у него уже трое детей есть. Так, поспи, пожалуйста, дорогая моя. Лесли учится, Лесли умничка у нас. Так, ты, по-моему, голодна. Покорми из бутылочки. Все, супер. Нет? Ага, тебе поменять пеленки надо. Понимаешь, сейчас одному поменяю, другой заорет. Так, детишки у нас просто не близко. О, плохо настроение. Так, ложись-ка спать. Я вижу, что ты вонючка. О, боже, ты опять кричишь. Давай я тебя покормлю из бутылочки. Я поменяю тебе пеленки. Я, наверное, поговорю с тобой. С прибавлением он нас поздравил, ребята. Вы понимаете, что он издевается? Все, успокаиваемся. Так, Ричард? Прийти к нему в гости? Хочу! Пожалуйста, Ричард, забери меня! Я прошу тебя, я тут с ума сойду с детишками. Нет, я люблю детишек. Но четверо малышей. Точнее, четыре ребенка. Да, ребят, у нас будет четверо малышей, вы понимаете? У нас когда подрастет, ну, пройдет сколько там, 3 дня, по-моему, проходит. И у нас будет четверо малышей. Господи, ребят, я не знаю. Я не знаю, что делать. Как сделать так, чтобы их у нас не забрали? Потому что если нас еще кого-то заберут, у нас 21 ребенок уже есть. Я, кстати, не знаю даже, сколько у нас уже серий по сотне детей. Привет, ты какой, кстати? Ты у нас молодой все еще, да? Так, Лесли отправили... О, так ты даже не беременна, очень симпатично смотришься в таком костюмчике. Чувак, я пришла у тебя отдохнуть. Я пришла у тебя отдохнуть, может, что-то пособирать. Сюда можно было бы отправиться, но я сюда не пойду. Тут вообще есть что-то интересное? Тут кто живет вообще? Слушайте, а тут красивый домик. Блин. Я могу так пройти в него? Да. Слушайте, а красиво смотрится. Блин, а чей он? Тут будка диджея? Ребята, откуда этот дом у меня? Неужели он такой вот по классике есть? Обалдеть. Я, видимо, здесь никогда не была. Раз спальня, два спальня. Комодик. Заметьте, кстати, дома достаточно большие, то есть, ну, как комнаты просторные. Обалдеть. Чего я здесь никогда не была? Так, привет, чувак. Ты что тут морозишься и со мной не общаешься? Так, тут наши родственники, ребят. Тут наши родственнички. Может... Ребята? Раз, подождите, это кто такие? От кого дети? Давай я покормлю. Слушайте, а тут так не пройти вообще никак нельзя. А спать можно здесь? Ребята, это чьи дети? Кто уже нарожал? Ребята, это не мои дети. Ванесса очень голодна. Капец, ребята. Это просто полный капец. Ладно, пошли здесь поспим. Тут у нас, правда, музыканши одни. Я надеюсь, наши сестры нас не погонят. То есть наша сестра против того, что мы здесь спали, правильно? Обалдеть, какие они у нас злюки. Пошли побегаем, может. Или мне сюда нельзя? Давай на разминку. Мы должны, ребят, хоть как-то себя в форму, во-первых, возвращать. А во-вторых, нам нужно действительно... Ну, хоть немножко отдыхать от наших детей. Вот я думаю, что все, кто нам будет делать какие-то предложения, нам надо будет с вами действительно их принимать, потому что мы просто с ума сойдем. Пожалуйста, прекратите.
Что у нас за родственники, я вам хочу сказать. Какие-то они все очень вредные. Давай, позанимайся. Давай, дорогая, что ты не понимаешь? Села и давай, ножки покачай. Так, молодец, молодец. Пора бы сходить на концерт. Я, правда, немножко вонючка, но я схожу с тобой. Так, пошли, пока я не совсем вонючка. Так, а кто у нас тут? О-хо-хо-хо, это Кевин, ребята, Кевин занимается. Боже, ребята, подождите, у нас тут раз, два, пятеро детей, пятеро, пятеро, шестеро, пардон, шесть детей, шесть. У нас просто нашествие детей, младенцев, беременных, просто капец какой-то. Просто какая-то жесть. Я даже не знаю, что с ними делать. Сюда я отправлять никого не буду, я просто... Мне уже писали ребята, предполагали, что их могут забрать. Но мы за них не играем, поэтому мы не несем ответственности, мы не можем сейчас ничего с ними сделать, как вы понимаете. У нас нет возможности редактировать семьи, когда мы находимся в гостях. Так. Империя гнилых... Полно шуток, музыки. Пошли домой. Дорогая моя, пошли домой. У тебя, кстати, с настроением. То есть мы пошли поотдыхать, в итоге, по-моему, мы нифига не отдохнули. Зато у нас с Крисом... Ага, Гарри скоро будет день рождения. Гарри будет скоро день рождения отмечать, ребята. То есть наши детишки вот-вот повзрослеют. И у нас будет 4 тоддлера. Ребят, я, наверное, посидею с этими тоддлерами. Вы просто представляете, 4 тоддлера. Кстати, я хочу сейчас Лесли поменять, точно. Я ж помню, что я планировала ее поменять. Ну, не поменять, я ее хочу как-то переодеть. То есть у нас наша Эми молодая мамочка. Я уже слышу, ребят. Я уже слышу. Что, тебе покормить? Давай я тебя покормим. А что с тобой не так? Ты голод... Ой, голодная. Ой, голодная. Ой, что ж такое-то? Так, нам нужно будет почистить холодильник. Ой, мамочки, ребят, плохо у нас тут дело с вами. Яичница испорчена. Давайте сами уже почистим. Ладно, мы же с вами хорошие, ребят. Мы с вами возьмем и вот так сделаем. Так, это что у нас еще тоже испорчено? Великолепно. А что у нас тогда испорчено-то? У нас вроде уже все в порядке. В порядке. Так, возьми порцию. А это мы с вами убираем. О-о-о. Чего ты злишься-то? Ты же взяла порцию. Чего ты истерику-то устраиваешь? А, я думала, что сейчас истерику будет устраивать. Господи, как же вы кричите-то? Нет, грудью кормить не надо. Из бутылочки. Так, Лесли, тебе стоит... Тебе играться хочется. У нас ни игрушек нет, ничего. Что это? Полепечи. Так, мы должны выбросить тарелку. Тарелка. А мы тебя, наверное... Стой, куда спать-то? Ты что, спать решила? Я хочу переодеть, изменить персонажа. Я, во-первых, переодену нашу дочку, а во-вторых, Лесли, я хочу поменять, может быть, какой-то еще прикидик выбрать для нашей мамочки молодой. Она у нас такая совсем эксцентричная мадмуазелька. Так, посмотрим. Я хочу для нее выбрать третий костюм. Я, наверное, возьму из вот этих... Так, какой у нас? Стилизованные образы. Ну, чтобы мы сейчас с вами много времени не тратили... Может быть, нам вот такие какие-нибудь шортики взять? Как думаете? В принципе, мне кажется, что смотрится очень даже миленько. Хотя, можно посмотреть что-нибудь еще. Мне, кстати, очень нравится вот этот. Нет, не этот наряд. Так, где он тут? Уже потеряла. Вот это только бы другая кофточка, наверное. Хотя, ну, то есть, да, чтобы у нас было... Нет, я думаю, что что-то другое подберем. Так, смотрим. Можно было бы такой, но она здесь, знаете, такая подростковая. Она нужна уже девушка. Девушка такая вот конкретная. Хотя, с другой стороны, нам нужна молодая. А может быть, вот такой? Молодая мамочка. В принципе, можно и такой образ. Только я хочу, во-первых, ей реснички добавить. Потому что без ресниц она вообще какая-то немножечко не такая. И я ей хочу, конечно же, добавить макияж. Немножечко совсем. Совсем чуточку. Так, вот возьмем какие-нибудь светлые нейтральные тени, такую вот подводку, и я предлагаю выбрать для нее из моих любимых помад. Так-с. А, потемнее, думаете? Или поярче? Давайте поярче.
Пусть вот такая у нас будет третий вариант для нашей мамы. А, волосы, да. Я хотела бы ей еще взять другую прическу. Текс. Тек-тек-тек-тек-тек. Все-таки вот такие распущенные, но мне кажется, не очень ей. А, где-то у меня тут было еще симпатичное. Хвостики. Ну, я думаю, что хвостики не очень. С вот этими... Ну, в принципе, тут, конечно, вот это прикольный вариант. С длинными. Но я думаю, что ей лучше просто распущенные. Можно, конечно, такой. Она у нас с такими ходит. Можно, в принципе, вот этот. Ладно, уже пусть будет с такими. Так. Ну, тут, правда, не, ребят, мне не очень нравится. Мне, кстати, вот эти покороче нравятся волосы, но я думаю, что многие будут против таких волос, поэтому давайте-ка выберем с вами, что у нас здесь, да, короткие, которые мне нравятся. Можно вот такие заколотые, кстати. Пастельного цвета, как видите, у нас тут есть такой вариант. Но я думаю, что мы с вами остановим свой выбор. Можно и вот на этих. У нас получается пробор. А, тут еще какая-то как заколочка есть. Давайте такой вот сделаем. Пусть у нас будет такой вот вариантец. Так, ну и, конечно же, мы с вами Лесли посмотрим. Лесли, ты у нас красавица, но мне, во-первых, пугают твои глаза немножко. Ребят, давайте ей сейчас... Хотя нет, мы не будем ей менять глаза, все-таки это будет неинтересно. Но у нас вот с такими глазами, ну, к сожалению, такой вот у нас глючок есть. Я не хочу менять ей одежду, ну, точнее, нет, я не хочу ей менять... А у нас есть какие-то образы прикольные? Мы ни разу, кстати, с вами образы не использовали для детишек. Что это у нас такое за костюмчик? Смотрите, какой милый. Так. Давайте такой вот апельсинкой она у нас будет. Ну, красивая же какая девочка. Так, официальный костюм у нас может такой вот красненький, смотрите. Такая вот хорошенькая. И спальный у нас есть такой, такой... Давайте такой, может быть, тоже оранжевый выберем. А для вечеринки ты у нас будешь... Кем ты у нас будешь? Ты можешь быть вот такой. Может быть, да, вот единорогом будешь у нас. Прекрасно. И мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы она у нас... Мне очень понравилось, как она в очках смотрелась. Поэтому давайте-ка, может быть, ей какие-нибудь няшные очки выберем. Такс. Может быть, действительно вот такие? Желтенькие, смотрите, как раз цвет. Все, супер, ребят, мне уже нравится. Так, ну что, возвращаемся в игру. Я думаю, что мы сейчас с вами будем делать перерывчик. Это серия боли, ребята. Но боль у нас, наверное, конкретная начнется уже в следующей серии, когда наша мамочка будет готовить, готовить и готовить для своих детишек. Я не представляю, как она справится. Может, мы с вами дом будем наращивать с одной стороны. То есть мы как бы дома расширим... Сейчас я вам так вот кратенько покажу. То есть мы расширим эту только часть. Мы не будем вот эту расширять. Но, в принципе, в этом нет необходимости. Будем только увеличивать нашу детскую. Ну что, друзья мои, я думаю, что нам пора с вами сделать перерывчик. Действительно, серия у нас получилась такая интересная. У нас новые детишки. Но, как вы понимаете, все не так уж просто. У нас еще столько проблем ждет, но я думаю, что мы с ними со всеми справимся. И поэтому, ребятки, если хотите побыстрее увидеть 100 детей, обязательно нажимайте на лайк. Также нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. У нас тут много чего интересного выходит. Буду вам всем очень рада. Увидимся в новой серии. Всем пока-пока!